Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Sword and Souls Never Seen. Я записываю с первой серии, ребят, поэтому не отчаивайтесь, если вы вдруг смотрите это видео перед, ну, 3 дня назад, когда вышла первая. Окей, что я говорил, у нас, во-первых, есть рыбалочная херня. Но, мне нужен пенек. Я хочу пенькам. Багряный волк. Кажется, багряный волк, да, это был? Я хочу приручить пенечка. QVE, QVE. Я хочу пенечка. А, бля. Я только могу четверых приручить? Или это насколько будет действовать? А вот. Пни. Вот, нашел. Ага. Ну все. Тогда все нормально. Теперь у меня есть питомец. У меня есть пэт. Блин, нужно было охрану мне приручить. Так, инвентарь. Умение. А теперь вопрос, где мне найти питомца? Что это? Что? Зачем мне это? Ну, это в дальнем бою. Я могу 2 одеть. Ничего себе. Так, так. К восстановлению блока пускай будет. Хотя, пускай будет бессмертие. Войну. Так, гор сразу порыбачим. И мне интересно, как это выглядит вообще с питомцем. Пение. Здоровье, сила. Вы действительно хотите отпустить этого питомца? Отмена. Вот что мы сейчас... У нас есть теперь с вами питомец. Так, подожди. Музей. Кого я еще мог приручить? Рев. Кьювы, кьювы. QV, QV. Подожди, QV? QV, QV. EV, EQ. Погнали за комаром. Мне интересно, сколько я всего мог прирубить... А, 4 походу. 1, 2... 3, 4, да, 4. Ну ладно, тогда пускай будет пение. Первый. Да, верно. Я не хочу там никого нанимать. Пока что они бесполезны для меня. Так, рыбалочка. Хе, у меня есть рыбочка. Нажмите, чтобы забросить. Щелкните, чтобы клюнуло. Зажмите, чтобы...
Когда палка краснеет, то лучше, блядь, не мучиться. Алмазный окунь. Отлично. Да она надоела. Ну вот потому что мне походу херовая удочка. Она вообще не хочет ко мне идти. Она сейчас уплывет. Ладно, значит еще рано. Мне для рыбалочки. А у меня есть вообще в инвентаре? По идее. Хрупкая, низкая дальность. Все, ладно, я понял. Так, заветная пещера, поехали. Сегодня, короче, у нас с вами... Ну, прокачек вообще почти не будет у вас. Теперь только видео. Именно вот так, гейм. Так, еще ваншотчу. Уже золотая монета полетела. Нихера. Кольцо солдата. 25% шанс свободно воспользоваться особой атакой. Как понять свободно воспользоваться? Ну, она пока что довольна это. Интересно звучит. Подожди, сколько у меня хп? Девятьсот восемь. Ага, все. 250 дает. Так, еще одно место для рыбалки. Ну, у меня не вариант, у меня рыбка, ну как бы. А где призраки? Опоздавший, ладно, поехали. Потом поищем призраков. Я что-то про них и забыл уже. Сойдет. Сойдет. Старая команда. Пираты? Эй, ребята, смотрите, кто здесь. Это ваш... Так. Это вам удалось убедить Рице от степени, да? Мы проявим благоразумие и запросим справедливое вознаграждение. Скажем, все, что у тебя есть. А вот да, теперь дают деньги за удары. Так, еще одно кольцо. К урону контратака. А, контратака, мстительный камень. Под шлемом каждая душа равноправна. Ну,
Под шлемом каждая душа равноправная, скорее всего, может быть к старому фильму про чернокожую рыцаршу. Не помню, как ее там звали, вот честно, извините. Рой Кобальдов. Может, я могу этого кобальта сразу приручить? Фух, восстановилась. Ох, ни хрена здесь. Это классно, 25% шанса, чтобы восстановить свою суператаку. Она имбовая. Она по всем бьет. Поэтому... передовой отряд королевы. Да, здесь лучше тогда этот. Блин, а не то нажал. Ой-ой-ой. Ага. Вот тебе контратака. Лучница. Золото, золото, золото. Бронза. Пошли, кажется. Ага, все это было. Это все было. Так, старый Кракзо. Вот, Кракзо, да? Другой я мог приручить. А, от нее нельзя уклониться. Король Крокза. Это что такое? Опять проблемы? Сначала нас пугал демон. Мы его заперли. Потом его стал искать орден. А теперь и ты. Крокза для этого старые. Да, эта атака довольно слабая. Ради всего. Как ты мне достала?
Много золота дали. Бронза. Так, мне считать уже и апнули. Демон. Поехали. Фух. Демоны, демоны, демоны. Демоны, демоны, демоны. Пупси. О, не то нажал. В смысле, все? А как же демон? Волшебный лук. Красивый лук. Идеально подходит для демона. Подожди, хотите сказать, я не приручил этого? Или пупси это и был демон? Что-то я не понял. Подождите, подождите. И я мог его приручить? Не. Так, с тобой, подожди, поговорю сейчас. О, мой герой! Большое спасибо, что нашли пупси. Что? Ха. Нет. Он не нападал на вас? Тоже мне. Он просто играл... играть любит. Ладно, забудьте о пупсе. У меня ужасная новость. Ведьма готовится устроить... О нет, 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 нет. Кромешную тьму. Она велела приспешнику органу уничтожить дерево светлячков и погасить свет на острове Неварсил. Знаю, да. Она хуже всех. А наказание... достается мне. Почему никто не накажет ее? Вам нужно надавать по башке ее приспешникам оркам и добыть третье сокровище героя. А? Что? А, знаю. Синий светлячок. Прошу вас. Хмыгает носом. Не дайте ей погасить свет. Кромешная тьма. Такс, такс, такс. Давайте, во-первых, я схожу в... О, нихуй. Ох. Мне всегда казалось, что шлемы выглядят довольно страшно. Лиц не видно. Это довольно страшно. Если вам это так не покажется страшным, может спрятаться свой шлем в инвентарь. Так просто говорю. Я понял, он хочет, чтобы я без шлема зашел к нему в следующий раз. Ну чё, приятель, рассказывай. Давай сначала сюда зайду, посмотрю. О, рыбка плавает. Уже золотые монеты пошли. Зелье дали, нифига себе. Неужто нам не понадобится? Но если дают, наверное, понадобится.
Умение. Шанс совершить внезапное. Ну да, внезапное, в принципе, делал. Атаки эти. Все равно. Вы уходите в одиночку и всегда в варфазе целыми. Насколько вы сильны? Открываем кассу. Давай, приятель. Сколько я, блядь, вкинул? Это одна... Это что? Алюминиевая, да, монетка? Ну, кассу я прокачал на 50. Шипастая броня. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Ну, как мы видим, вот это. Вот, множитель. 429. 60 звезд было. Друг демонов. Победи... найдите Пупси. А, то есть здесь не только призраки. Коллекция корон. Томец 9999999. Карта та-та. Ранг тренировки 52%. В смысле? Что по монстрам? Оруженец ордена. Святой орден святых людей. Всегда готовы идти на священное задание туда, где их не ждут. Так, лунные убийцы. Группа элитных солдат, преданных Синей Королеве и Игре. Зуби. Живут в пещерах, где могут раз за разом устраивать засады. Пупси. Демон из подземелья. Гнобус. Отвратительное существо, живущее в болотах и пещерах. Слишком тупы, чтобы дружить с другими зеленокожими. Но слишком зеленый, чтобы ссориться с ними. Боец-гоблин. Так, это было. Это было. Кобальт-горняк. Кирка, кислота, бочка с порохом. Им подойдет любые инструменты, если с его помощью можно сделать дыру. Наемник Риц. Так, это было. Все, да? Это все у нас было. Было. Мне бы удочку купить новую. Погнали на рынок, посмотрим, что на рынке. Колечко, кольцо рыцаря. Все, правда, о пальцах. Серебряный клевер. Эта книга просто зашибись. С этим кольцом вы будете чаще блокировать. По неясной причине. Это повысит ваш шанс найти клевер. Немного. Супер конфета. Поделитесь этим лекарством со своим питомцем, чтобы сделать его сильнее. Но только если он его заслужил. Что вот это за хрень, мне интересно? Кольцо ускорительное. Это кольцо местного изготовления сделает ваши питомцы сильнее. Ну, блин, мне оно не надо. Ладно. Думаю, не зря я купил. Надеюсь. Очень сильно надеюсь. О пальцах. Одна ячейка для кольца. Ага. Всю вашу жалкую жизнь вам врали. Готов поспорить, вам не кажется возможным надеть больше, чем два кольца за раз. Но ничего, у меня была такая же проблема. Но присмотритесь, разве у вас только два кольца? А, только два пальца? Внимательный гражданин. Все-таки это полезно, потому что теперь я могу надеть два кольца. Особая атака. Ага. Блок мне нужен.
Лучше уклонение, мне кажется. Угу. Далее, что мы делаем? В таверне у меня, в принципе, махи, хуяки. Кузнец. Готово. Ну да, смотрите, здесь 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 всего видов оружия, скорее всего. Глава 3. Кромешная тьма. Получается, здесь еще раз, два, три, четыре, еще четыре главы. Месть ордена. Поехали. Месть ордена. Там еще горы есть какие-то скалистые. Стой! Деревен. Монать у них уже хп. А вы... Думаете, вы можете тут шастать и нападать на орден? Братья, покажем, как это червяку, как себя вести на священной земле. О, по 200, ничего себе. Ну, тогда. Как мне нужно было от этого вернуться? Ух ты ж я. Нельзя блокировать. Утки прибаутки. Но хочу, хотя бы вернуться могу. Хотя бы можно вернуться, этого радует. О, только золото начали давать. И дохера золота. Лесные рейнджеры. Пенечек. Я же заблокал. А, подожди, я уже использовал этот? Туда. О, кольцо сработало. Жалко, что королей приручать нельзя. Был бы у меня большой питомец. Огромный питомец. Багряная свора. Тут-тут-тут. Стой! Я еще одного глазого солдата багряных. Что с этой дренью? Она глухая или как? У
убрать ее отсюда. Не хочу рисковать. Да он надоел! Это плохо. Да... Блядство! Довольно сильно, я вам скажу. И меня почти снесли. Так, 300 есть. Нормадели. Нормадели. Год имеется в виду, наверное, настоящие сутки, да? Или чё, как? Или как оно работает? Ладно, давайте, я думаю, тогда на этом мы с вами закончим. Скоро делаем, посмотрим, что у нас нового есть, и закончим. Удочка, удочка. С этим кольцом вы будете чаще блокировать. По непонятной причине. О, плюс один заряд. Так, пока. Понакупляй все сразу. Благодарю за золото. Я фигой не видел Фофа. Он был довольно напуган. Не знаю, в то не... Так. В то он имел в виду, когда вкадал полная тьма. Но это Фофим не весело. Я фею объявляю в своих книгах, но ничего не могу найти. Ну, удачи вам, орками. Они любят, когда их беспокоят. Давай посмотрим, что у нас здесь открыто, и я буду, в принципе, заканчивать. Так, просто рыцари, 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 багряники, и все. Больше, в принципе, я ничего не могу сделать. ХПшку вкачаю. Так, кольцо это, на что у нас уклонение, да? Блок пускай будет еще один. Так, урону и здоровье 15. Ну что, в принципе, я думаю, мы на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.